Ну что ж, всем привет, с вами я, за Боевитром, мы сейчас играем Creepank 2. Поехали. Сейчас там возьмем задание. Будем давить всех будем. Институт Пандоры. Что у нас? Это Джаспер. Альберта, Канада, какая-то Институт Пандоры. Это высокотехнологичный. Компания, которая находится под руководством Горизонта и предоставляет услуги по хосписному уходу. Странно. Атакуйте учреждения вместе с другими отрядами ТК-27. Выясните, что произошло, и спасите доктора Эмерсона. Если это возможно, конечно. Ой, на обычном. На обычном весело. Есть вертолет. Здорово. Горизонту крышка. Я с вами, да. А чё там двери не открываются? Куда и тогда вертолет сесть? Что-то я... А, точно. Воздушный шлюз нужно же открыть. Удачи, 106. Ага. Удача мне понадобится, наверное. Your objective is to rescue Dr. Emerson. Our intel says he's somewhere in that tower. All right, we're approaching the Pandora Institute. Oh, shit! Окей, у нас здесь проблема. Здесь его. А что нам делать? Выйди из строя зенитное оружие. Каким образом? Каким образом? Я ж ничего не вижу. А, вот он меня скинет. Оки-доки. Да, звук здесь, конечно, в некоторых моментах прямо очень сильно фоновые. Да, где-то на 45 эффекты. У нас ракеточка. Что они самые больше. Круги, конечно. Так, ну туда, сюда. Где же здесь еще один был? Еще один? Еще один вроде был. Руки, ладно. Блин, так приятно здесь с пистолета стрелять. Вообще прям. Да блин. Даже подзабыл. Да, херовенько, конечно, залетел. Может, было поинтереснее. Да ё-моё, ты что там бронирован? Да ё-моё. Так, забрали эти. Ну, нахуй. Вот.
Давай, бей, блин. Юга. Это было жестко. Так, у нас важная цель. Какой-то шакал. Окей. Куда, куда, куда идти? Сюда вроде? Вроде. Или нет? Блин, здесь все закрыто. Здесь есть припасы. Окей. Изначально нужно было взять. Санчик с нами пойдет. Так, сверху. А опять эти свечи там, а нет, это какой-то. Это ворон. Окей. Так, сейчас залетим с этим. Уже не помню. Так, окей. Еще кто-то был, не вроде. Да, это. Ага, вот сюда еще. Зарядик пробивной. Как доработать? А чем доработать? У меня ничего нету. Что можно поставить? Лазер мне. Что такого? Если было бы, что-то можно было бы и поставить. Так, я так думаю, сюда, да? Попал немножко. Да где он сюда? What do you want? Да возьми своего брата на него. Ух, с двух ног, нормально. Блин, веселенькая игрушка, конечно. Купанчик прям неплохой, неплохой. О, это что? А, это... Ну ладно, не хочу. Ой, что-то есть слишком далеко. О, вроде загинул туда же давно. Так, где здесь? Ой, блин. Раси греночка там взорвалась. Так, и берем, берем. Да давай развить данные. Так, отлично. Да. А,
Блин, локация слишком запутанная, если честно. Так, окей. Что ты ждал здесь? Сел через стенку стрелять? Ладно, веселенький пацанчик. Вот это, вот здесь что должно быть? Глушитель. На дробовик. Да ну! Да ну! Лучше бы мне пистолет что-то дали. Так, все, отключили, можно дальше проходить. Так, здравствуйте. Этот уже ждет. Греночки, походу, без кино. Другие. Лучше деньги. Потому что грена не закидают, а там такое чистое сделаю. Он броню сбивает. Из КП. Ну и броню тоже. Уже, блин, сбит и все. Где там еще один был? Блин, это еще даже босса не было, слушай. Или был. Ну, короче, какие-то здесь чуваки были жесткие. А, вот здесь можно поставить. Отлично. Разминировать это, понимаешь? Хорош, хорош, нормально. Так, окей, где я открыл? Это нам назад возвращаться, получается, нужно. Everybody get the combat.
Хорюет. А здесь заперто, слушай. А, вот этот прикал. Сейчас тут-то будет быть. А нету, да, гранат здесь? Нихера себе не штурмует. Оу, нету шакала. Твою мать, закидали меня по полной. Просто по полной закидали. Блин, брони нет, жизни нет. Что делать? Аккуратненько. Тут. Это было довольно-таки жестенько. О, здорово. Здоровченко. Какой-то дилер. Это Маус. А, вот здесь были ХП. Тю, блин. Точно. Я что-то забыл, что там были аптечки, блин. Welcome to the Pandora Institute. It took a lot of guts for you volunteers to sign up here. Что в этом институте вообще происходит? Нам чела нужно забрать. Уф. Давай, давай. Хорош. Еще один устранен. Блин, как же это хорошо выглядит, слушай. Хоть игра там, ну, такое. Сделана на сёрсе каком-то. Наподобие. Но прикольно, это круто. Видишь, геймплей тут хорош. Вообще хорош. Так, нам точно не сюда, вот точно сюда. Так, вот приоритетная задача есть. Вот где-то сюда. Ну давай, открывай, что ты. Окей, я понял. According to the schematics, this elevator is going to take you straight to the basement. All right. Good luck. Мы с вами суперсолдаты. Понятно. Замедление. Всякое такое.
невидимость. Да, вообще шикарно. Что здесь случилось? Что-то здесь жопка какая-то случилась полнейшая. Полнейший писец. Ё-моё. Точно идти. А вот сюда, походу. Окей, ушки. И что здесь случилось? По-моему, на солдат здесь не похоже. Такое ощущение, будто здесь что-то другое вообще. Что за хрень? Не атакуйте субъекта, он меня не начнет атаковать. Этот субъект, блин. Что это вообще за субъект такой? Какая-то херовина, блин, слушай. Так, здесь заперто, окей. Оу, то есть какие-то исследования херовые были. Фу, что ты там? Что ты клюешь? Слушай, уже заперто. Только забегал, было все нормально. Уже... Что вы мне предлагаете? Они живые. Доктор Кауфман, pick up line 3. Доктор Кауфман, please pick up line 3. Что-то стримота какая-то началась. Вроде веселенько так солдатов расстреливали, а здесь какие-то типа зомби. Что-то такое. Ё-моё. Это коконы, да. Воу. Ебать. Что за дрянь? Вот здесь как раз дробовик, мне кажется, будет самое то. А блин, куда? Так,
как мне это прожить, пережить? Или куда-то бежать нужно, я что-то не понимаю. Это будет не та. Не, ну такого я точно не ожидал. Я думал, здесь только солдаты будут. Сюда-сюда. Это задание. А здесь какая-то херовина началась. Так, заперто что-то. Нам сюда типа нужно еще. Походу, да. Ну и писец, конечно. О, что-то большое, походу, будет сейчас, или что? Что-то большое такое, непонятное. Лифт у нас не работает, окей. Ох, слушай, ебать, что это за хуйня? Что ты такое? Япон. Такой херни я точно не ожидал. Сбежать мне нужно. Так, ну. Что-то там сзади хавает. Да давай. Сюда, не туда. Вот сюда. А давай. Блин, что у него жена стоит такая маленькая? Уф, что там было, блин? Вот эта чертовщина пиздит. He's dead. There's nothing we can do for him. Pick up his flash drive. Your next objective is to destroy the subject. Уничтожить субъект, и горизонт зашел слишком далеко, а мы не можем позволить этому существу сбежать. У меня есть план, хватай оружие, дальше пойдешь вниз к реакторам. Ты что, женщина? Женщина, появись здесь. Будешь воевать со своим субъектом? Или как его там? Объектом-субъектом. Объектом субъектности. Писец. Ладно. Может реально взять снопу, у него должен быть урон побольше вроде. Ой, что случилось? You'll be coming up on Horizon's experimental bioreactors soon. We need to overload them. The explosion should be large enough to destroy this facility and the subject along with it. Сейчас какая-то жопа будет с тобой. Alert. Maintenance team required at reactors 1, 2, 3 and 4. Окей. Сюда? Не сюда. А куда же нам тогда? Ё-моё, вот это коридоры, конечно, настроили. Ё-моё. Вообще нихера.
Что делать? Женщина, блин. Пишите, пожалуйста, что делать здесь. Ага, здесь у нас оружие. Я сейчас не понимаю, их нужно как-то отключить или... Где эту... А, вот. Что с вами делать нужно? Лёха, не бывает. Приоритетные задачи. Нужно как-то... конечно. Так, окей. Ну, теперь хоть понятно, что нужно делать. Просто бросать этих чувачков. Не, здесь снопа не подходит, это херня полная. Эй, пистолет отдай мне. Слушателям. Давай, братан. Да, это еще одного. Еще один братанчик должен. Давай. Ну ты так ты. Блин, я их 30 секунд. Ё-моё! Люто, конечно.
делать. Вообще какое-то непродевание. Да иди в жопу! Что за лист? Ух, я не знаю, каким-то чудом туда запрыгнул. Каким-то чудом реально туда запрыгнул. Так получилось. Мне писец. Давайте уже выходить, что ли? Здравствуйте, ребята. Нормально поработали? Я как бы тоже... По-моему, вот эта тварь. Ефонома! А это еще какой-то, блин, этот, кислотный, ёп. Как его валить-то? Ну ё-моё. Что за дела? А, есть. Человек-моль. Где ты? Пиздец, у меня патронов нет. Пистолета это, конечно. Очень долго будет. О, 30 патронов? Ну ё-то ему. Мне так не везет-то. Постоянно. Но ё-моё, ты бы сразу дать нормально. О, снопа, а там урон хороший должен быть. Да, урончик хороший. Но опять же, были бы патроны. И живой бы как-то кончил, да? Как ты за травму? Что за бетонные бьёчки? Заместил его в рукопашку. Куда нам? К этой женщине что-то поразговаривать, походу, да? Ну, пошли посмотрим, что она там нам хочет сказать. Блин, я думал, там задание побыстрее будет, типа.
если все задания минут по 40. Что прикольно. Так, куда нам наверх? Боевой стимулятор какой-то там. Какой-то боевой стимулятор. В смысле? Чувак, нам бомбу показали просто, и все. Ну, понятно. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Сбоит. Всем пока-пока.